Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Сьогодні у нас в гостях Наталія Королевська, народний депутат України від опозиційної платформи «За життя». Вітаю вас, пані Наталію. Вітаю вас, Константин. Вітаю телезрителі. Ви до нас прийшли от прямо із засідання Ради матерів України в Одеській юрокадемії. Розкажіть, що було на порядку денному, які питання вирішили, до чого прийшли? Ну, во-первых, я хочу сказати большое спасибо Сергею Васильевичу Ківалову за те, що ми традиційно вже п'ятий год, можна сказати, як вдома, завжди можемо провести свої зустрічі в Одеській юрокадемії, і завжди нас підтримує Сергій Васильович, начиная еще с самого там, первого дня создания национальной платформы «Женщины за мир», «Рады матерей Украины». И для нас очень это важно, потому что сегодня очень остро стоит вопрос, особенно в период, когда страна пытается выйти из карантина, когда на протяжении двух месяцев, можно сказать, была парализована жизнедеятельность в Украине. Очень остро стоит вопрос защиты детства, материнства, защиты и поддержки многодетных семей, малообеспеченных семей и, конечно, детей-сирот, детей из неблагополучных семей. Потому что, к сожалению, так сложилось, что правительство за период карантина не приняли никаких программ и не оказали никакой помощи и поддержки для детей, семей с детьми. Поэтому сегодня женщины в Одессе собрали женщины со всего юга Украины, с Херсонской, с Николаевской области, женщины-лидеры с главной повесткой дня. Это программа защиты детства и материнства. К сожалению, сегодня государственные чиновники детей в Украине считают за тень. То есть вот вроде их нет, вроде не нужно никакой оказывать помощи. Семьям с детьми абсолютно не нужны сегодня никакие поддержки на период выхода из карантина. Женщины Украины подготовили пакет законопроектов. Мы вместе с депутатами оппозиционной платформы «За жизнь» зарегистрировали их в парламенте. Но абсолютно никакой адекватной реакции и готовности сегодня принимать ответственные решения мы не видим со стороны правительства. Женщины Одессы поднимают очень актуальные вопросы. Первое – это необходимость пересмотра и отмены медицинской реформы Супрун, которая просто как для Одессы, Одесской области, так и для всей сегодня страны уничтожает систему здравоохранения. Пересмотр реформы образования, потому что, к сожалению, мы все увидели, онлайн-обучение – это не обучение, и нужно с 1 сентября качественно восстановить те недополученные знания, которые дети потеряли в этом году в связи с карантином, и перейти на более адекватную, прогрессивную систему образования. Следующий вопрос, который ставят женщины, это, конечно, вопрос пенсионной системы. Потому что, к сожалению, у нас ни многодетные мамы сегодня не могут рассчитывать на адекватное пенсионное обеспечение, ни женщины, которым подняли пенсионный возраст, страховой стаж, женщины-госслужащие. То есть у нас система пенсионной защиты в Украине парализована седьмой год подряд. И, к сожалению, мы видим, что они не хотят и дальше ничего менять в лучшую сторону. Они обещают дальше продолжать вот эти жуткие реформы Порошенко, которые мы пережили все 5 лет и уже второй год переживаем при новой власти. Поэтому женщины обратились сегодня с призывом к президенту, к правительству, к парламенту. Либо давайте принимать те решения, которые действительно будут защищать детей, будут поддерживать детство, материнство в Украине, будут защищать семьи с детьми. Либо зачем нам нужно такое правительство, зачем нам нужен настолько неадекватный парламент, который за год своей работы ни разу квалифицированно не поднимали такой важный и актуальный вопрос в нашей стране. И поэтому мы осенью готовы, если не получится конструктивного разговора с новой властью, к более радикальным, решительным мерам, согласно Конституции Украины. Но либо мы их принудим принимать решение, либо мы принудим их уйти в отставку. Ну от ви кажете, що нинішній кабінет міністрів продовжує реформи Порошенка, так? От мені цікаво, на підставі чого ви зробили такий висновок, адже сьогодні 100 років цьому кабінету, 100, господи, вибачте, 100 днів, да, 100 днів цьому кабінету міністрів, так, його персональному складу, і навіть немає програми уряду. Тобто, ну, те, що вони подавали, погодьтеся, це не можна назвати програмою. Взагалі не зрозуміло, куди ми рухаємося, що буде. Знаете, я навіть записала собі топ-5, да, чим мені запам'яталось правительство Шмигаля за ці 100 днів. Да? Ну, перше, да, прем'єр
который заявил на встрече с нашей фракцией о том, что для него праздника 9 мая не существует. Да, вот мы в этот же день сказали, что для нас не существует этого премьер-министра. То есть человек, который не уважает свою историю, не гордится подвигом наших дедов, прадедов, наших победителей, который не считает себя потомком победителя, он в принципе не имеет права сегодня представлять Украину и представлять высшую ланку исполнительной власти в нашей стране. Но частина України все-таки, погодьтеся, не вважається святом, власне. Да, пусть они думают, что хотят, да? Мы же не рассказываем им. Хотят они себе там какие-то памятники ставить, хотят они как-то для себя улицы называть. Да пусть они это делают. Но если для меня праздник 9 мая, если во всех уголочках нашей страны живут потомки победителей, если 9 мая — это государственный праздник в нашей стране, этого никто не отменил, и мы им не позволили это сделать. Они даже в этом году не хотели его отмечать, но наша команда сделала все, чтобы 9 мая это был праздником, да, с определенными ограничениями, но мы этот день отметили и не забыли ни одного ветерана в нашей стране. Поэтому для меня премьер, который не признает государственных праздников и позволяет там своему какому-то внутреннему идеологическому нутру, да, быть над государственной позицией, не может быть премьер-министром. Это первое, чем он мне запомнился на всю жизнь, можно сказать. Второй вопрос. Слушайте, ну вот вы сами вспомнили, программа правительства. Ну как это? То есть это впервые в истории Украины правительство, которое принесло проект своей программы в парламент, и даже их монобольшинство и то послушало нас и отправило его на доработку. Потому что это какой-то набор комиксов, абсолютно неадекватных предложений, с которыми они собираются работать в Украине. Поэтому это первое правительство в Украине, которое не способно даже написать свою программу действий. Третье. Ну, тот цирк, когда он выступил месяц назад и сказал, что в мае месяце он создаст 500 тысяч рабочих мест. Ну, это же чисто неадекватно. Ну, по-моему, сегодня все в стране понимают. Да вы хотя бы сделайте все, чтобы люди не потеряли свои рабочие места, чтобы хотя бы, вернувшись сегодня с карантина, у людей была возможность получить свою зарплату, свою работу. А эти сказочники, ну, зачем же так нагло врать людям? Зачем? Ну, ведь мы же все знаем, все понимаем, что сложно, но мы не хотим слушать абсолютно неадекватные и непрофессиональные предложения. Это третье. Четвертое. Ну, мы просидели 2 месяца на карантине. Вот за 2 месяца у меня было полное впечатление, что первый, кто сидел на карантине, это было правительство. Потому что они не способны были дать ни план выхода из карантина, ни антикризисные меры. И даже те законы, которые мы принимали в парламенте, а мы действительно сделали все, уже отложили все политические амбиции, вместе с этим монобольшинством писали проекты там антикризисные, более 300 голосов были за их принятие в парламенте, они даже их не выполнили. Вот, для примера, зарплата медиков, да, вот уже по-моему, ленивый только не вспоминает им эту выплату в 300% обещанной надбавки. Но ведь они же даже это не смогли сделать. Доплата 100% социальным работникам. Они все это спустили на местный бюджет. Они не захотели ничего делать. И у нас очень большие вопросы относительно вообще распределения денег в фонде антивирусном. Они приняли, создали этот фонд, а сейчас мы слышим, вместо того, чтобы за эти деньги там восстановить больницы, отменить реформу медицинскую, сделать доплаты врачам, дать сегодня нормальную, адекватную поддержку малому, среднему бизнесу, они из денег ковидовских 30 миллиардов выделяют на дорогу. Но мы все хорошо, люди в стране знают, что на дороге легче всего украсть. Поэтому мы видим опять риски коррупционные, по которым распределяется бюджет. Ну и пятое, наверное, топ их достижения, в кавычках, это то, что вчера МВФ с ними подписал меморандум, и они в этом меморандуме тайно, под столом, никому не опубликовав проект меморандума. Вони не можуть його опублікувати, не мають права згідно із умовами МВФ. Да, они ничего не могли, они могли бы провести встречи с фракциями парламента. Имеют право, имеют право. Они могли бы прийти посоветоваться, объяснить хотя бы социально-экономические последствия после подписания такого меморандума. Хотя бы для себя посчитать, а что это будет для страны. Они получили 2,1 миллиарда долларов, они больше, чем эта сумма, отдадут процентами, отдадут, вернут предыдущие долги. Они отказались идти на реструктуризацию, но при этом, не посоветовавшись ни с кем, они подписались под тем, что будут продолжать реформы.
реформу Супрун, будут и дальше оптимизировать, закрывать школы, дальше они будут продолжать этот пенсионный геноцид, когда хотят дальше увеличивать страховой стаж и пенсионный возраст. Они подписались над тем, что не будут давать своим отечественным производителям никаких льгот, компенсаций, никакой поддержки. Они подписались под продажу украинской земли, то есть они, еще придумали, что создадут государственное коллекторское агентство, которое будет выбивать долги с должников по жилищно-коммунальным услугам, и начиная с 1 июля и с 1 октября поднимать цены на газ и на электроэнергию. Это что? Это сдача сегодня всей нашей социальной и экономической независимости. И еще и финансовую систему банковскую все отдали под внешнее управление. Поэтому у нас здесь позиция категорическая, что это правительство. И я назвала только топ-5, даже чем они мне ярче всего запомнились. Мы можем долго продолжать обсуждать их некомпетенции. То самое лучшее, что они могут сделать, это написать заявление и уйти в отставку. Это лучшее, что от них может дождаться страна. Худшее – это осенью. Мы сегодня сказали, не будите в женщинах зверя. То есть либо вы начнете работать на страну и начнете принимать ответственные решения, либо мы сделаем все, чтобы вы в этой стране не работали. Ну, в правительстві, я маю. От багато хто з експертів, власне, цей меморандум, про який ви згадували з МВФ, і називає програмою уряду. І в зв'язку з цим, фактично, всі фракції, навіть Голос, який пов'язують якраз із закордонним впливом найбільше серед українських депутатів, об'єдналися проти цього уряду, казали, що він має піти у відставку. Так? Навіть частина «Слуги народу» казала, що цей уряд, він абсолютно не про професійний, тільки там деякі депутати переважно пов'язані з найбільшим українським олігархом, там ще десь довіряють цьому уряду. В зв'язку з цим, чи реально відправити цей уряд у відставку? Чи є процедура? Адже ми розуміємо, що Шмигаль – це не Гончарук. Його не, важко буде змусити написати за власним бажанням таким чином. Уже начали сбор подписей за отставку данного правительства в парламенте, и наша команда оппозиционной платформы «За жизнь» безусловно поддержит эту отставку, и мы видим, что после подписания этого меморандума, и я выступаю с трибуны парламента, когда они свою программу правительства презентовало, я им сказала честно, ведь вы же не правительство, которое сегодня защищает интересы Украины, а вы филиал Международного валютного фонда, который выполняет указивки, которые вам дают за границей. Вы пытаетесь сегодня полностью легализовать внешнее управление в Украине. И поэтому я думаю, что чем быстрее они уйдут в отставку, тем будет лучше. Но если у них не хватит, как вы правильно сказали, совести написать заявление по собственному желанию, то пока у них нет иммунитета на год, который был у Гончарука, и который ему не помог, то сегодня их можно отправлять в отставку без заявления. Поэтому мы сделаем все, чтобы мобилизовать большинство в парламенте и отправить их как можно быстрее в отставку. Чи готові ви брати участь в новому уряді, представники вашої партії? Адже я пам'ятаю відразу після виборів, Вадим Рабінович, один із лідерів ОПЗЖ, казав тоді, що потрібно робити таку коаліцію народної довіри з абсолютно усіх фракцій, брати кращих, з кращих, з тих, хто прийшов. Чи готові, чи позиція не змінилась? Я повністю підтримую в цьому Вадима Рабіновича. Ми ініціювали, ми підготовили їм антикризисний план. Ми чітко їм прописали, що сьогодні потрібно зробити. Да? Ми прописали їм план реалізації мінських соглашень, як сьогодні приблизити країну до світу, як зробити так, щоб перестали наконец-то стріляти і гибнути, і страдати українці. Ми прописали їм вихід, як економіку сьогодні підтримати, наших національних виробників, наших аграріїв. Ми підготовили їм програму индексации социальных стандартов, выполнение решений Конституционного суда Украины. Потому что в нашей команде так сложилось очень много опытных людей, имеющих уже знания, понимание, программы. Мы смогли это все собрать и пытались им не путем критики, да, критиковать легко, да, а путем конструктивных предложений, инициатив, законопроектов, донести истину, что нужно сегодня делать. К сожалению,
люди, которые ну, абсолютно ни в чем не соображают и не разбираются, то для них это как там алхимия. То есть они смотрят, они не понимают, о чем мы им говорим. Деякі позиції неможливо буде погодити. Ви ж розумієте, що є деякі базові позиції, які просто не погодяться ні «Слуги народу», ні якщо увійдуть там в коаліцію «Національної довіри», там «Голос» та БПП, вони ніколи не підуть. Там, наприклад, ринок землі. Те, що для вас, наприклад, принципово. Той же гуманітарний блок питань. От як співпрацювати з ними в цих сферах? Тому, коли Вадим Рабінович це предлагав, вони ще не наламали стільки дров. Тобто вони тоді ще не приймали, не пішли на зговор з МВФ. Вони тоді не принимали такого количества ошибок. И тогда мы готовы были объединить все усилия, отложить амбиции политические, создать вот правительство национального доверия для того, чтобы выбрать и собрать лучшую профессиональную команду в Украине и предотвратить в Украине кризис. Сейчас они вошли в такой серьезный кризис во всем мире. Но, к сожалению, из-за такой преступной бездеятельности нынешней власти в Украине кризис еще более сильный, чем во всем мире. И сейчас мы считаем, что правильнее всего все-таки сделать перевыборы парламента. Потому что, ну вот сегодня, например, Вакарчук заявил, что он складывает мандат. Так извините, а что будет с фракцией «Голос»? Кто те люди? Они все приехали на его имени туда. Там никто, никому, ну там несколько человек. Там, у них уже рейтингу немає фактично. Да, рейтинга нет, ничего нет. Но эти люди сегодня являются лоббистами иностранных интересов в Украине, и они этого не скрывают. Как они будут иметь право сегодня представлять, кого они представляют сегодня в парламенте, непонятно. Такая же ситуация со «Слугами народа», потому что они шли на выборы, они обещали одно – они рассказывали нам о том, что будет борьба с бедностью. Они рассказывали нам, что вернут мир и пойдут на переговоры с кем угодно, лишь бы только договориться и чтобы перестали в Украине стрелять. Они обещали нам все самые важные решения решать только на референдуме. Но ни одно из этих базовых обещаний ими за год не было даже намека на его выполнение, не говоря уже об его выполнении. И поэтому честно будет и порядочно перед людьми это провести местные выборы, провести парламентские выборы, и уже по итогам парламентских выборов того доверия, которое окажут люди новому парламенту, сформировать новое профессиональное правительство, которое способно будет действительно страну вывести из того сложнейшего положения, в котором сегодня находимся. Щодо місцевих виборів, хотілося б трошки поговорити до справ одеських. Згідно із соціологією, ви маєте таку достатньо сильну підтримку і по регіону, і, власне, у місті. Це один із базових, все-таки, ваших регіонів з електоральної точки зору. Чи коли ви визначитеся вже остаточно із кандидатом? Називається Микола Скорик, називається Вадим Рабінович. Може ще хтось з'явиться? Чи, ну, є вже якась визначеність? Знаєте, безусловно, вся наша команда будет вести подготовку к местным выборам, и мы очень благодарны жителям Одещины, всей Одесской области за то доверие, которое мы получили как на президентской кампании, так и на парламентской кампании. И мы сделаем все, чтобы ну, оправдать ожидания людей и местной кампании, чтобы наша команда получила большинство в городском совете, и мы могли принимать уже те решения, которые важны для всех одесситов и важны для всей нашей страны. Сегодня уже формируется у нас штаб, всеукраинский штаб, координирует работу всеукраинского штаба лидеры нашей партии. Это Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Сергей Левочкин. И они, безусловно, я уверена, сформируют команду в Одесской области, которая не подведет одесситов и сможет сделать все, чтобы обязательно выполнить все те программы, с которыми мы пойдем на выборы. Я так хотілося прізвище якесь почути. Ну, добре. Давайте з Одещини перенесемося на Донбас. Я знаю, ви багато уваги приділяєте теми, власне, встановлення миру на Донбасі. І ви особисто, і ваша партія. Скажіть, як ви оцінюєте, от, власне, останні події формування ОТГ, так, трьохсторонню контактну групу, тобто, да, коли включили двох журналістів, вихідців із Донбасу, Казанського та Гармаша, так, наскільки оце вдале кадрове призначення, наскільки вони зможуть якусь компромісну позицію знайти? Ви знаєте, було б бажання, ми впевнені, що складно, тяжело, непросто, але да? Вже б знайшли і рішення, які б повлияли і ускорили реалізацію Мінських соглашень.
Мы с вами помним, когда проходила встреча в декабре месяце в Париже, в нормандском формате, где были парафировано парижское коммюнике, где четко Владимир Зеленский подписался под тем, что да, Минские соглашения есть, да, и что он уже как новый президент дальше будет двигаться в этом же направлении. Сегодня единственный документ, который признан во всем мире как безальтернативный документ, парафирован в ООН, это Минские соглашения. И, к сожалению, мы видим, что заходит очередной круг. Вот как Порошенко, он сначала их подписал, а потом нам годами рассказывал, почему он их не будет выполнять. Он находил постоянно, то не такая очередность, то они не так написаны, то не тем шрифтом написаны. Сейчас мы видим, что новая власть опять пошла по тому же кругу. Потому что когда группа радикалов прибегает им, выставляет им какие-то красные линии, начинает такой чистый шантаж, и они... Власть боится этого шантажа. Мы видим, что они постоянно идут на попятую этих радикалов и постоянно съезжают с тех предыдущих договоренностей, которые якобы, ну вот уже понятно было достигнуто, но четко, да, написано в парижском коммюнике, имплементировать формулу Штайнмайера, да, там, подготовить пакет законопроектов, договориться о дальнейшем разведении войск. Ну делайте, садитесь, закройтесь в этой комнате, да, садитесь вы в Минске, договоритесь. Да. Ну всем же понятно, что есть вот четырехугольник, Киев, Донецк, Луганск, Москва, да. Решайте вопрос. У вас люди дали вам колоссальный мандат доверия, но вы группки радикалов боитесь и постоянно пытаетесь вот читать эти Минские соглашения то снизу вверх, то снизу, то сверху вниз, но только не принимать никаких окончательных решений. Мы все понимаем, что, конечно, не только от Украины зависит успех этих переговоров, но мы также все хорошо понимаем, что у нас в стране идет война. И нет никого более заинтересованных сегодня, чем нас, чтобы как можно быстрее эти боевые действия остановились. И здесь очень важно принять те решения, которые мы можем принять. Вот мы можем начинать социальный диалог. Можем, можем. Давайте в украинском парламенте принимать эти решения. Мы можем сегодня начинать диалог, что касается особого статуса, что касается амнистии. Ведь там же даже не начали обсуждать у нас в украинском политикуме, какая концепция будет этих решений. Мы говорили о выборах на неконтролируемой территории. Безусловно, они должны быть по украинскому законодательству. Безусловно, там должны участвовать там, украинские партии. Это даже не обсуждается. Да? Но давайте же рассмотрим модели, как это будет работать. Но мы видим очередные разговоры. То они новых людей туда принимают, то приводят журналистов. Ну, абсолютно, я не знаю, как... Я считаю, что те люди, которые имеют рейтинг на Донбассе, да, тех, кого там люди поддерживают, кто там получил мандат, право представлять интересы людей Донбасса, должны там принимать участие, а не люди, которые ну, абсолютно ну, журналисты. Ну, хорошо, а чем они могут помочь сегодня в мирном переговорном процессе? То есть это все замыливание очередное глаз, это уход от основной повестки дня и поиск причин, почему мы не можем сегодня двинуться и, наконец-то, все-таки как можно быстрее остановить боевые действия в нашей стране. Еще раз хочу сказать, безусловно, это не только зависит от Украины. Но более заинтересованная сторона, чем Украина, здесь быть не может. И мы должны быть драйверами того, чтобы как можно быстрее выполнить Минские соглашения, чтобы все стороны конфликта как можно быстрее сегодня перешли к их реализации и чтобы как можно быстрее вернуть Украину мир. На вашу думку, чи погодяться сепаратисти та Путін, щоб вибори на Донбасі проходили саме за українським законодавством? В Мінських соглашеннях все дуже чітко написано. І я завжди говорю, от ви читайте те, що ви підписуєте. Нужно перед тем, как ставить свою подпись, осознавать последствия принятых решений. Вот там четко написано, как проходят выборы. Парафировали формулу Штайнмайера, и Порошенко это в первую очередь согласился. По формуле очень четко сказано, как и какими этапами это должно проходить. И поэтому мы сегодня первые, которые говорим, нет, это вот там выбегают радикалы, бегают Петя Порошенко, да дальше кричит, что Минские соглашения это неправильно, формула Штайнмайера это неправильно. Так он это все подписал.
Так давайте же в конце концов не будем слушать этих предателей, которые сначала подписали, а теперь все пытаются толкнуть страну в пучину продолжения боевых действий. Мы понимаем, что война — это в первую очередь огромные деньги, сумасшедшие деньги. Это недовыплаченные пенсии всем, потому что это все уходит на оборонку. Это колоссальная коррупция. Но вспомните Укроборонпром, Свинарчук. Но где теперь это дело? Ну, мы же все были уверены, что оно расследуется, что нам расскажут, накажут. Нет ничего. То есть это такие миллиарды зарабатываются, что можно всей стране закрыть рот и дальше продолжать вот эти сомнительные оборотки. Мы же понимаем, что это колоссальная контрабанда, которая там процветает, что никто сегодня не понимает. Если им выгодна война, то ясно, можно всегда искать причины. Но если Порошенко делал все, чтобы на войне строить свою политическую кампанию, на войне он хотел опять переизбраться президентом, то и сейчас он делает все, чтобы и дальше на этой теме строить свою политическую карьеру. То мы Порошенко из-за этого переизбрали, мы объединились всей страной, пошли все на выборы, чтобы Порошенко, его риторику войны, раскола Украины оставить в прошлом, чтобы наконец-то объединить страну, вернуть страну к миру. И, к сожалению, за год мы опять видим риторику Порошенко, мы опять видим его условия, мы видим, что власть опять идет на поводу вот этих вот красных линий условий радикалов, но, к сожалению, не перешла к конструктивному выполнению Мінських соглашений. Дійсно, це дуже важлива тема, тема миру, і хотілося б вже, щоб перестали стріляти, перестали гинути люди, але все ж таки в той же час хотілося б миру на наших умовах, погодьтеся. Пані Наталі, я вам дуже дякую за цікавий ефір, приходьте до нас ще. Спасибо большое, мира, здоров'я всім нам. Дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях була Наталія Королевська, народний депутат від опозиційної платформи «За життя». Мене звуть Костянтин Гречан, і залишайтеся з репортером.